Еще двух югорчан признали безвестно отсутствующими. Это отцы из Лангепаса, которые несколько лет скрываются и не платят алименты на детей. По новому закону теперь дети таких вот безвестно отсутствующих родителей будут получать пенсию по потере кормильца. А сами должники рискуют потерять прописку и некоторые права, например, не смогут заключать сделки с имуществом. Отмечу, лангепасские отцы задолжали своим детям 617 тысяч и 260 тысяч рублей соответственно. Всего в Югре суд признал безвестно отсутствующими трех человек.